как говорил мой дед, чем больше ты смотришь телевизор, тем больше в голове жидких гвоздей. Принято считать, что ТВ существует для того, чтобы зомбировать людей. Но сам аппарат ни в чем не виноват. Если показывает дважды два, он тебе не гнида, а брат. Вместо диванного магазина у нас можно найти шутки от ламантинов, насладиться иронией и критическим взглядом на драму, подсадить на хорошие мультики маму, надень на пульт полиэтиленовый пакет и не переключайся, иначе мозг превратится в омлет.